Всем привет! Сейчас я вам покажу не про разминку, не про тренировку, просто потому что я приехала с соревнований и немного приболела. И сейчас я вам покажу, что у меня есть в рюкзаке. Как вы видите, у меня прибавился, уменьшился, мы его поменяли, потому что предметов стало намного больше. И что там? Вот воду я туда ношу. Обязательно косметичку, на всякий случай. Вдруг у меня там что-нибудь расплетется. Вот такую вот штучку ношу, такую вот резиночку. Расческу на всякий случай. Вот еще такая вот красивенькая резиночка. Помаду на всякий случай. Как вы видите, сеточку. Есть обычная черная, без бусинков, и с бусинками. Вот расческа маленькая. И много-много резиночек. Больших и маленьких. Шпильки. Вот их много так. И заколочки на всякий случай, вдруг там что-нибудь расплетется. Открываем рюкзак. Вот лента, как вы видите. Вот есть у меня такой вот обруч. Правда, мы его еще не обмотали, потому что, не сказали. Еще. Вот и есть такая его обмотка. Красивенькая. Одна такая вот блестящая, золотая, а другая вот такая вот переливающая. Они обе переливаются, они очень красивые. У меня есть в рюкзаке мяч. Вот такой вот голубенький. Скакалка. Широкая резина вот такая вот. Она широкая очень. Ей мы разминаем стопы. Вот так вот разминаем стопы с ней на уроках. И после этой резины у меня стали пальцы очень красиво тянуться, намного больше. И вот блокнотик. Наколенники на всякий случай. Два мячика. Маленьких. И две резины. Вот эта вот тугая очень, а это вот самая слабая. Это и побольше, а это поменьше резина. Вот утяжелители на ноги. И утяжелители на руки. Вот. Они по 200 грамм. А на ноги по 100 грамм. Потому что ноги у меня будут очень сильно уставать, когда я буду на скакалке прыгать. Ну и все. Всем пока-пока. До новых встреч. Я вас прошу не болеть, чтобы тоже не занимались, хороший иммунитет был. Пока-пока. До новых встреч.